Все, хватит. Устал. Целый час волка ждем. А я есть хочу. Фасолька, дай, пожалуйста, морковку. Скоро концерт. Нужно репетировать, а не есть. Обжора. Пожалуйста, музыку. Билеты на наш концерт. Да. Сороки с белками займутся рекламой. Да. А вот это вот, это наша новая афиша. Здорово! Круто! Супер! А это что, новые костюмы? Ну-ка, покажите ко мне их. Так, мальчики, вы первые, давайте. Ого, хорошо. Так, теперь девочки. Хорошие костюмы, хорошие. Так, начинаем репетицию. Уважаемые зрители, детишки и их родители, вас приветствует шоу-театр «Лесная братва». Для начала я вам представлю вокально-танцевальную группу «Веселая семейка». Итак, встречайте, братцы-зайцы, грустный минорик и веселый мажорик. Так. И две неразлучные сестрицы-певицы – Фасолька и Биволька. Попробуем, поприветствуем их. Давайте, давайте, посильнее. Молодцы. Ну и, наконец, солист группы и художественный руководитель – это я, Вова Баритонский. Премьера песни. Слова и музыка мои. Солирую, естественно, тоже я. Песенка про дружбу. Я серый волк. Еще разочек пройдем, а? Во-первых, мы зайцы, а не кролики. Да! А во-вторых, я есть хочу. Пока мы тут репетируем, дед с бабкой всю морковку выкопаю. Между прочим, эти дед с бабкой предлагали мне у них с собакой поработать. Урожай охранять. От кого? От зайцев! Теплый дом предлагали, еды вдоволь.
а я отказался. Почему? Почему? Да потому что работать надо на цепи. А я свою свободу ни на что не променяю. А я за морковку все отдам. И правда, босс, победать-то не мешало бы. Мы мигом, а то на гостей другая там, мы мигом. Морковку принеси. Ах, и правда, пообедать бы не мешало. Может, зря я бабе с дедом отказал, а? Ух ты, лиса, принесла ж нелегкая, а? Стоять! Привет, волк! А ты когда долг отдашь? Ну, отдам, отдам. Вон, видишь, все деньги на декорации потратил, а? Зато смотри, какая красота! Да. Слушай, а хочешь, мы и тебя к себе в шоу возьмем, а? Ну, будешь у нас билеты продавать. О, спасибо, конечно, за лестное предложение. Но одной красотой сыт не будешь. Мясо, небось, хочется. Ой, Рыжий, не трави душу, а? Ну, вот сказано ж тебе, не ем я теперь мясо. Я этот, как он, вегетарианец, вот. Связался с зайцами, стал есть морковь. Скоро станешь рыжим, как я. Ну, почему только морковь? Рыбу ем, яйца ем. Кстати, о яйцах. Я к тебе, Серый, по делу пришла. Хочешь честно разбогатеть? Ой, не юли, Рыжая, а? Честно разбогатеть нельзя. А ты послушай. У деда и бабы снеслась курочка ряба. Понял? Ого, хорошая новость. Съедобная. Яйцо отобрать и съесть. Особо, конечно, не наешься, но червячка-то завалить можно? Ну ты дослушай до конца. Яичко-то не простое, а золотое. Понял? Ну понял, не дурак. Яйцо продадим, деньги поделим. Я тебе долг отдам, чтобы больше ко мне не приставало. Нет в тебе серой деловой жилки. Продадим, поделим. Ты пораскинь мозгами-то. Ой-ой, ты больно умная, да? Ну давай рассказывай что, не тяни. Мы из этого золотого яичка высадим золотого цыпленочка. Ну правильно, в нем золота-то больше. Вот его продадим и деньги поделим, только чтобы честно. Глупый. Этот цыпленок вырастет и превратится в золотую курочку рябу. Вот и я точно продадим. Да нет. Золотая курочка ряба каждый день будет нести нам по золотому яичку. Мы честно разбогатеем. Честно отберем у бабы с деда дом и будем честно жить-поживать, да добра наживать. Никогда не думал, что грабить можно честно. Если грабить честно, то это не грабеж. Ла-ла-ла-тап-тудай. Ла-ла-ла-тудай. Ла-ла-ла-тап-тудай. Наставляющие глупцы, называться храбрецами,
слышал такое? Курочка ряба. Яичко непростое! Волк яйцо украл! Да! А вы откуда знаете? Вы что, ясновидящие? Мы яснослышащие. Лиса волка опять вокруг лапы обвела. Ну рассказывайте, как дело было. Волк на домик деда с бабкой напал, яичко украл. Курочка, куда? Дед с бабкой орут во все горло. Караул! Держите, ловите, хватайте, держите. Тут дед как ружье схватил, да по волку как выстрелит. Бабах! Ружье-то у него солью заряжено. Бедный волк! А это рыжая опять ни при чем. Полудра, братцы, не знаю. Ой! Волк, волк, волк! Ну, рыжая, честный грабеж, честный грабеж, а? Вот я тебе сейчас... Стоять! Опять мне из-за тебя досталось! Скажи мне спасибо! За что? Если бы я деда не отвлекла, он бы тебе в голову из ружья попал! А не в то место! Откуда хвост растет? Ну, где оно? Ой, молодец! Я всегда в тебя верила! Чуть не проглотил, еле сдержался! Чего стоишь? А чего? Мигом беги за сухой травой. А, точно. А это зачем? Гнезда. Яичко остывать нельзя. Для гнездышка. А, я мигом. Дурень ты, дурень. Как только яичко вылупится, я мигом от тебя избавлюсь. О. Вон туда неси. Нет, 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 нет. Вот сюда. Нет, нет, нет. Вот сюда. Делай гнездышко мягкое, уютное. Вот так. Кладем сюда яичко. Замечательно. Ну вот. А теперь давай считаться. А это еще зачем? Ну, кому первым яичко высиживать? Высиживать? Ну да. Рыжая, ты что, совсем с ума соскочила? Да не волчье это дело. Я ж вам зайца засмею! Ой, да не беспокойся, я с твоими зайцами вмиг разберусь. Ням-ням-ням! И готово! Я вот тебе сейчас как дам, ам-ням-ням! Шучу, шучу. Хорошо, я сама высижу это яичко. Но тогда цыпленок золотой будет только моим. Это же грабеж! Ну, это честный грабеж. Ладно, иди сюда. Давай считаться. Только смотри, чтобы честно. Обижаешь. Мы же с тобой честные грабители. Начинай. Ты молчишь, а я считаю. Я считаю, ты молчишь. Ты сидишь, а я гуляю. Я гуляю, ты сидишь. Я гуляю, я гуляю, я гуляю. Ты сидишь. Ну вот, я гуляю, а ты сидишь. Посидишь немножечко, а потом пересчитаемся. Только смотри, никуда не уходи. А то цыпленок не вылупится. Лисавета! Ну что еще? Лисавета, давай-ка пересчитаемся, а? Сдается мне, что ты ошиблась. Я никогда не ошибаюсь. А я сказал, считай. Пожалуйста, пожалуйста. Ты молчишь, а я считаю. Я считаю, ты молчишь. Ты сидишь, а я гуляю. Я гуляю, ты сидишь. Я гуляю, я гуляю, я гуляю. Ты сидишь. Ну что? Опять не веришь? Ну, теперь верю. Ну вот, иди посиди, только сиди тихо, а то цыпленок нервно будет, пока, зайчик мой. Только вы зайца не увидели, а? Что я тут как курица на гнезде сижу. Эх, интересно, и долго мне тут сидеть, а? Не поесть, не попить. А есть и пить жуть как хочется-то, а? Нет, ну что, я птичка в самом деле, что ли? Сидеть тут на яичке. О, птичка, привычка, яичко. Хорошая рифма получается.
я, как птичка, сижу на яичке. Трудно птичкою стать без привычки. Видно, кочкою быть нелегко. Ко-ко-ко, 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 ко-ко-ко. Кукушка. Кукушка, кукушка, скажи, а долго мне еще тут сидеть на яичке, а? Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Вот я сейчас эту кукушку поймаю и уши-то пооботру. Ну, просто, если столько сидеть, можно и озвереть. О, опять рифма получилась. Это еще кто? Да-да. Войдите. Мамочка! Я? Мамочка? Ты чё? Я, скорее всего, это как... Ты мой папа? Ну да, скорее папа. Почему? Ну, потому что я злой и страшный. Шутишь? Да ты у меня самый сильный, самый добрый, самый умный, самый. Ты думаешь? Ну, конечно. А почему? Да потому что ты мой папа. Ей уже вернуться, а? Ох, что ж мне с тобой делать-то? Такой большой, не знаешь? Нет, у меня никогда раньше не было детей. Ну ничего, привыкай. Воспитывай. Воспитывать? Да ты не бойся, я очень послушный. Начинай. Ну начинай. Смелей. Смелей. Ну так из чего начинать-то? Ну с самого начала. Придумай мне имя. Имя? Курочка Ряба. А давай ты будешь курочкой Рябой. Ой, я не могу. Ну, с этими папами просто беда. Тебе не нравится? Ну, это ведь девчачье имя. А ты кто? А я мальчик. Я петушок. Стой. То есть, если ты петушок, то ты никогда не станешь курочкой Рябой? Нет, конечно! Я стану петухом! Таким же сильным и большим петухом, как ты! Не, ну, таким красивым и сильным, как я, это очень сложно! Это сложно, но возможно! Сложно, возможно. У тебя в рифму получилось! Ты будешь поэтом? 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 Куплетом, советом, светом, приветом, ответом, летом! Гениально, а? Откуда это в тебе? От тебя! Ты что, забыл? Ты же мой папа! А, ну да, я горжусь тобой, горжусь! А я горжусь тобой! Вот увидишь, я буду на тебя похож! Ну что, придумал мне имя? Слушай, а давай ты будешь Петей? Нравится? Очень! Петя! 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 Петушок!
раз про себя такое слышу. И мне это так приятно вот здесь. Очень приятно. Ой, Петя! Что? Петя, а что это у меня тут так громко стучит? Мамочка, ложись быстрее, я вас слушаю. Ну что там? Дятел завелся? Это стучит сердце. Сердце? Но у меня никогда не было сердца. А теперь есть. Ведь у каждого папы должно быть сердце. То есть теперь я настоящий папа? Конечно. Знаешь, папа, как приятно гладить лапы. Поиграешь, а? Ну, папа, тому мне интересно. Ой, Помнить, давай мы с ним поиграем. Ой, на меня наша любимая игра. А вы кто? Это братцы кролики. Ой, извините, братцы зайцы. Мажорик и Минорик. И две неразлучные певицы, сестрицы, Фасолька и Бемолька. А все вместе мы лесная братва. Скоро у нас состоится первый концерт. Да. Ух ты, как здорово! А вы меня к себе примете, а я могу билеты продавать кукарек и всех создавать, чтоб никто не опоздал. Почему только кукарекать? Вместе с нами выступать будешь. Ну я же ничего не умею. Сейчас себе голову поломает. Ну, лучше бы в догонялки вам поиграли. Я попробую. Петь, давай в другой раз, а? Я сегодня что-то очень устал. Да и покушать бы не мешало. Я отлично кукарекал, папа. А давай чего-нибудь поклюем и начнем сначала. Надо заморить червячка. А заморенный червячок — это очень вкусно. Это очень вкусно, тебе понравится. Посиди пока здесь. А я сейчас быстренько сбегаю и вернусь. Папочка, ты только быстрее возвращайся. Мне без тебя будет грустно. О, снова так приятно стало. Не грусти, сыночек, я очень быстро. Пап, а где мама? Мама. Ну, моя мама. Я понял, что твоя мама. Слушай, Петя, когда твоя мама придет, ты ей не говори, что ты петушок, хорошо? А почему? Ну, потому что ты петушок, а она хотела курочку. Так мама не знает, что я родился? А, ей было не до этого. Значит, ты меня высидел? Ну, да, именно поэтому я тебя и высидел. Сам виноват. В чем я опять виноват? Ну, если бы меня высидела мама, я бы родился курочкой. Ну, я-то вполне доволен петушком, Петь. Давай, посиди здесь, я очень быстро, не скучай. Ты доволен? А мама недовольна. А мне что делать? Странно непонятное событие. От него не деться никуда. Странные родители, странные
мамнёша. Здравствуй, мамочка! Какая ты красивая! Здравствуй, доченька. Ну-ка, покажись, покажись. Молодец. Ну, вся в меня получилась. Thank you.
совсем же другое дело. Теперь ты выглядишь как настоящая будущая курочка. Не то что у своего папаши, поэта с приветом. Ну-ка, покажись еще. Ой, хороша. Еще бы, фирма. Фирма задарма. Ничего себе задарма. Сколько раз пришлось хвостом вильнуть. А зачем? А затем... Тренируемся часами, жарким летом и зимой. Мы должны владеть хвостами, словно дворники метлой. Посмотри и повтори. Жить
у меня. А почему это у тебя? Это ведь я его высидел. Не важно, кто высидел, важно, кто воспитал. А вообще у тебя дом есть? Нет. А автомобиль у тебя есть? Нет. И компьютера у тебя нет? Что же у тебя есть? Ничего. А у меня все. Вопросы есть? А можно я ее хотя бы навещать буду? Нет. Ну, хоть иногда. Да ты на себя-то посмотри. Курочка тебя увидит и нестись не станет. Ну да, нестись не станет, это точно. Так что... Ну, тебе же прямая выгода. Золотых яичек будет больше. Я тебе твою долю отдам. Ты разбогатеешь, приоденешься. Вот тогда и приходи. Пока. И правда, какой из меня отец? Вот вырастет мой Петя и узнает, что его папаша волк. Кушай, кушай, еще, еще.
Еще кушай. Не хочу. Кушай. Я сказала, ешь. Не хочу. А я сказала, ешь. Нет. Ах, так хуй. Посиди-ка под замком. И пока все не съешь, я тебя не выпущу. Цыпленок вареный, конечно, это вкусно. Ах, это вкусно, это очень вкусно. За потом бывает очень грустно. А между прочим, я потом себя ругаю. И в свой кокочек я 4 дня рыдаю. Ах, потом я плачу. Ты кушай, кушай, не отвлекайся. А ты, мамочка? Сперва ты покушаешь, а потом покушаю. Главное, ешь побольше. Я очень люблю толстеньких цыплят. Ну все, я скоро вернусь. Спасибо, мамочка. Мертва! Дедушка! Выбежи на помощь! Мамочка! У зверей у диких еще, да? А разве мама дикий зверь? Настоящая мама зверем не бывает. А разве моя мама не настоящая? Витенька, ты хочешь об этом узнать? Хочу. Тогда давай спрячемся здесь, посидим и послушаем. Ах, это вкусно, это очень вкусно. Зато потом бывает очень грустно. Ой, что-то тихо стало. Наверное, спит. Это хорошо. Во сне тоже поправляется. А как проснется, я его чик и на горячую сковородочку, и вместе с потрошками. И никакой папа ему не поможет. О, кажется, проснулся. Петя, Петенька, сыночек. Странно. Неужели он так крепко спит? Пойду, проверю. Ой. А, съела? О, вот. Посиди под замком и подумай. Тут понимаешь, такое дело. Цыпленок оказался не курочкой, а петушком. Но я решила, мы с тобой его откормим и съедим. А где он? Ой, ты что, я сову съел? Мой папа не дикий зверь, понятно? Понятно. Ну-ка, быстро выпусти меня отсюда. Папа, не выпускай ее, я боюсь. Не бойся, не бойся, сынок, я ее не выпущу. Ах так. Тогда я расскажу твоему сыночку, кто ты есть на самом деле. Папа, что она говорит? А ну-ка, открывай. Хорошо, хорошо, я открою. Только молчи, прошу тебя, а? Пожалуйста, пожалуйста. Уходи, уходи, ну. Эй, ты доклятик, знаешь, кто твой папа? Твой папа волк. Волк? Папа, ты волк? Да, Петь, я волк. Волк. Все слышали, какое доброе имя у моего папы. Волк. Слышала? У меня доброе имя. Да что ты понимаешь? Волк — это зверь. Зверь! Папа, ты зверь? Да, Петь. Ну, то есть я раньше был зверем, а теперь я... Ты меня обманул! Мне такой папа не нужен! Петя! Петя, стой! Петя, прости меня! Петя! Я бывший папа. Что же я наделала?
чай. Надо сбегать за дровишками. Вытащим. Не надо, папа меня все равно не простит. Да простит, конечно. Он добрый и отходчивый. Да. Он нас всегда прощает. Выходи, пока лиса не вернулась. Нет. Вот глупый. Пошли. Ой, теперь у меня не только курятина на обед, но и зачатина на ужин. Я из вас такое сделаю жаркое. Тьфу ты. Сама в рифму заговорила. Так, хвороста на всех не хватит. Нужно сбегать за дровишками. Не скучайте, мои вкусненькие. Эй, ну где вы все? Фасонка, Бемонка! Никого нет! Откройте дверь! Никого нет, из меня и вы попались! Петя, давай ты закричишь погромче! Волк услышит нас и придет на помощь! Водички нет. Ребята! Давайте все вместе! Папа, кукареку, давайте! Папа, кукареку! Папа, кукареку! Ну, тихо все! Тихо! Ваш волк не придет! Какой он папа? Нет, волк! Ой, волк! Петя, держись! Выходи, сынок! Папочка, родной! Лиса хотела съесть! И его, и нас! Ой, да я пошутила. Ну что ж, он так не понимает. Убирайся с глаз долой! Зачем ты ее отпустил? Зачем? Потому что мужчина должен быть рыцарем. А рыцари с женщинами не воюют. Все слышали? Какой у меня папа! Тоже мне папуля нашелся! Да, нашелся! И друзья нашлись! Я самый счастливый цыпленок на свете! Знаешь, папа, как приятно гладить лапы сына своего! Как приятно быть на свете добрым папой! Нет приятнее в мире ничего! Была судьба со мной скупа! Со мной скупа, зато теперь она снимает шляпу. Теперь я папа-папа-папа. Теперь я папа-папа-папа. Теперь я папа. Теперь я папа. Мне теперь на свете жить нельзя без Пети. Я с ним не расстанусь больше никогда. Потому что дети главное на свете. Я больше никогда не буду есть мясо, да я стану вегетарианкой. Я одна отдам вашему шоу-театру все свои деньги и стану вашим продюсером. Ну простите меня, рыжую плутовку. Thank you.